Сейчас в аэропорту в Франкфурте, и мне нужно принять душ срочно, у меня 4 часа стыковка с рейс. Узнала, что здесь в аэропорту есть душ, вы можете зайти, закрыться и спокойненько сделать здесь свои дела. Здесь есть и туалет, и душевая кабинка, и розетки, то есть я взяла даже с собой плойку, я буду крутить волосы сейчас. Здесь есть фен, а также дали чистое полотенце, 2 полотенца. И гель для душа. Стоит это удовольствие 6 евро. Теперь до Лондона еще 1,5 часа, затем я прилетаю, и у меня начинается суета. Я боюсь, что я ничего не успею, хочется выглядеть как-то прилично. Поэтому вот я решила воспользоваться такой услугой во франкфуртском аэропорту. Я в терминале B, здесь вообще нет магазинов, практически очень мало, а в терминал А меня не пустят. Все, я накрутилась, теперь буду делать макияж себе, либо в самолете, либо duty free. Но я себе здесь кое-что купила, потом вам покажу, потому что раскрывать нежелательно. Все очень жарко, я пошла. И скоро я уже вылетаю в Лондон, немного подкрасилась и ем конфеты. Так что диета у меня очень странная, вы заметили? Очень вкусный. С марципаном. Приземлялись, я просто в восторге, потому что такие виды, такие масштабы. Лондон настолько большой и красивый. Я прям, если честно, аж загипнотизировалась этим зрелищем. Моему счастью нет предела. Кстати, вы заметили, что я подстригла себе челку. Я раньше так всегда подстригала челку, потом перестала и вспомнила, что мне так идет, и опять подстригла. Она сама школа очень милая, большая, находится на такой узкой улочке в центре города. Вот название ее Bloomsbury International. Шестая дверь, я пошла, в общем. Сейчас пришла на ресепшн школу, здесь нужно зарегистрироваться, они паспорт мой отксерят и выдадут мне учебник. Сначала будет ознакомительная лекция про школу, и потом мы будем сдавать тест, будут определять наш уровень. Self-study exercise we can use. So you've got, for example, elementary, A1 to A2. Нам выдали вот такие бэджики, и если мы их потеряем, мы будем платить штраф. Нужно каждый день их приносить, в общем, потому что вдруг мы террористы, следят за всем очень строго, проверяют, ну, чтобы не было разных терактов. В общем, это компьютерный класс, здесь можно работать в интернете, может там в Фейсбуке, в Ютубе, что хотите, то делайте. И еще столовую сейчас вам покажу. It makes us tea and coffee and snacks. So should you want to... Oh, there's one being made now, here we are. So there's a snack, as you can see. And that's given to your teacher when you go into your lesson. I'm just going to write your timetable. It'll be the same for us every day. Okay, now in front of you, you'll see the grammar test, yeah? 80 questions. If it's too difficult, just stop. В общем, первый урок закончился. Посмотрите, какой здесь вид из окна. Ну, вот, ничего особенного. Ну, так прикольненько, Лондон, в общем. Сегодня солнечный день.
И мне понравилась доска. Она может на этой доске разными цветами писать, стирать, потом слова переставлять. Очень прикольная такая система. На первом уроке у нас преподаватель Эва. Очень прикольненькая девушка. С 9 до 10.30, полтора часа идет урок. Следующее занятие у меня в 10.45. Тоже полтора часа будет идти. А в группе у меня парни и девушки. Девушки из Японии, представляете? Я им сказала, что у меня родители живут в Японии. Они в таком шоке. Вы же знаете, как японцы реагируют сразу? Вот так вот. И два мальчика из Франции. И вот со мной рядышком сидел из Италии Джузеппе. Так прикольно, слушайте. И вот они все на таком же уровне, что и я. То есть, ну, кто-то получше немного, кто-то похуже. И, то есть, чувствуешь себя не такой ущербной. Например, если вы не знаете английский, как это, знаете, все знают, а вы не знаете. А тут, оказывается, все не знают. Так что классно. Ну, в общем, первое впечатление очень клевое. Я в восторге. Buying things. Right? Yes, it suits her. No, it doesn't suit her. No, it doesn't suit her. Digital, yeah, so traditional and digital, an example of digital communication. What is it? Yeah, when was the first telephone used? Maybe 100 years ago. Я сегодня в Малине. My name is Kota. He is from Japan. Name your city in Japan. Ishikawa, next to Toyama. Yeah. I've been to Toyama a lot of time. Я сказала, что мои родители живут в Тояме, и они так счастливы вообще. Пока у меня перерыв, хочу немного рассказать вам, что же я все-таки делаю в Лондоне и зачем я сюда приехала, что за школа. Так, у меня есть подруга, которая работает в сфере образования за рубежом уже 4 года. Айжан ее зовут. Сейчас она основала компанию BS Education, которая занимается тем, что отправляет студентов, не только студентов, взрослых и маленьких детей учиться за рубеж там. Хоть куда, там, в Лондон, в Штат. Цены на образование у них значительно ниже, чем в других агентствах, и это вы даже можете сами проверить. Очень-очень выгодные у них предложения. Ее агентство имеет статус ICEF. Это международная аккредитация в сфере образования. Это очень много значит, не у всех есть такая аккредитация. В Казахстане только 7 человек, которые имеют этот сертификат, и в этом числе Айжан. Она вообще умничка. Все контакты я оставлю под этим видео, так что посмотрите. Кому интересно, может быть, вы захотите детей своих отправить или там сами поехать, вот как сделала это я. Вот, прилетела я в Лондон, и здесь сейчас нахожусь как студент, это так круто, я чувствую себя на 15 лет. Здесь много молодежи, и они все общительные, они не такие, как наши. Вот наши все какие-то буки, да, никто не хочет общаться. А здесь все-таки приветливые, улыбаются, и я уже со столькими ребятами познакомилась, мне здесь очень-очень нравится. Много японцев, много американцев, итальянцев, французов, и самое удивительное, что ни одного русского я здесь не встретила. Все говорят полностью на английском, и мне это безумно нравится, мой английский сразу вспоминается весь, который я в университете учила, и это круто. И я сейчас нахожусь, учусь в этой школе, Bloomsbury International, прям в центре. Я сейчас пойду на знаменитую шопинг-улицу Оксфорд-стрит, где находятся все магазины крутейшие, там сейчас все гуляют, и я так хочу пойти, со мной, может быть, пойдет одна девчонка здесь, мы познакомились на француженку. Школа имеет аккредитацию Британского совета и других организаций, что немаловажно, еще за счет этого, что они такие крутые, легко дают визу. Здесь обучают взрослых и детей во время каникул. В общем, я познакомилась с ребятами, многие из по несколько месяцев уже. Кто-то по 4, по 3 месяца живут, учатся, снимают квартиру где-то недалеко.
кстати, недорого. Либо здесь, в кампусе. Некоторые из них приехали сюда для подготовки к экзаменам KLTC, к этим знаменитым. Кто-то подтянул свой бизнес английский, кто-то просто разговорный. Вот мы тест сдали, определили меня в General Group. Вот, пойду гулять сейчас на Оксфорд-стрит. Могу вас взять вместе с собой, да. Хочу посмотреть, что там есть. Смотрите, здесь какая здоровая японская еда. Вот я, например, выбрала себе сашими, ну вот суши. Где мы? Вот сушами. С бобами. Вот разные. Вот что я себе заказала. Cheers the season to be jolly. La 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 la.